Неотразимый женский шар способен взять любой плацдарм. Мужчина, правящий страной, бывает слаб передо мной. Ух, такая ненависть к врагу, что все могу я, все могу. Все секретные заслуги — это я. Незаметные услуги — это я. Результат моих усилий — разорение фамилии, отречения и разоблачения. Кричит газетный разворот, диктатор — взрыв, переворот. Известны публике они, о, а я в тени, всегда в тени. Но за спиной у их побед стоит мой стройный силуэт. Лицо, фигура, взгляд, нажим — так может пасть любой режим. Что все могу я, все могу. Такая ненависть к врагу, что все могу, я все могу. Ну что, котики, есть еще порох в пороховнице? Ну, как только вы появились, как будто свежий ветер пронесся по нашим рядам, свежий порывистый ветер. Ну хорошо, хорошо, искренне. Слова приятные, текст свежий, не затасканный. How do you do, молодцы? How do you do, мадам? Жулечка, здрасте, ковчика на вас какая-то загляденье. Насквозь. Вы. Я. Он. 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 Ну, посмотрите, какой он чудный. Лоб, нос, глаза. Добрый, доверчивый человек. О, уши. Бесхитростный. Так о чем вы здесь без меня? Да вот тут вам сказочки рассказывают. Повтори для нее. Не надо, знаю. Все слышала. Несколько контрольных вопросов для проверки. Все. Так, Штукин как? Штукенброк. Штукенброк. Ну, ничего. Так, 35. Да. Женат. Да. Женат. Женат. Ну, и какая же у вас жена? Симпатичная блондинка. Не, вам чудная блондинка. По счету какая? Пятая, седьмая? Первая. Первая жена. Первая жена. Ну, первая жена пройдет и уйдет. Как прилив и отлив. Доверчив, робок, привязчив. Помимо этого. У Квакмана. Да. Умывальники и прочее. Да. Голубых умывальников, говорит, навалом. Я вам что приказывала, друг мой? Все. Ни слова. Ни вздоха. Вот там уже досье на меня. За что? Боже мой, за что? Да если для человека нет маленького, ну хотя бы малюсенького досьешки, разве это человек? Пустота. Ушел, ничего. За досье кланяться нужно. Вы меня поняли? Да, да, нет, нет, он меня не понял. Вы меня поймете. Ох, со временем. Так что они действительно считают себя единственными людьми на свете. Не слушайте, я влюблена в них уже сейчас. Но они немножко наивные, немножко эгоисты, как дети. Думают, что они единственные на земле, людоеды. Нет, что, вегетарианцы? Дети-то есть? Я не видел. Да не у них, у вас. Дочь. Каролина. 8 лет, вот фотография. Да. Дети становятся взрослее гораздо раньше, чем думаем мы. Но гораздо позже, чем думают они. Это я ничего сказала, Джулечка, зафиксируйте. Такова
Кристина, котики мои, ну что же, жду предложения. Да, 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 насчет чего? Да, насчет всего. Ну, да, дразниться не педагогично. Так что же все-таки? Может, взорвать? Кого? Все равно кого. Можно вулкан, можно его. Так, понятно, вы. С точки зрения этнографии. А, ну, ясно, ясно, вы. Я? Да. Я как все. Так, вы, Джулечка. Что ж, ну гнать вас надо, котики мои секретные. Что ж, мышей-то не ловите? Взорвать этнография, как все, а где полет фантазии? Где необходимая разведчику доля авантюризма? Вот скажите, ну неужели вот вас нет необходимой доли авантюризма? Да, хорошо, 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 хорошо. Ну а вы сами-то, котик наш, вы вообще как? Я ничего не понимаю, я почти полгода не был дома. Я не видел жену и дочь, вы мне хоть позвонить разрешите? Так вот, слушайте свою мадам. Открыт клочок земли, куда не ступала нога человека. Племя нетронутой цивилизации, дети человечества, еще точнее родители, еще точнее прародители. Людской зародыш, безгрешные люди, умеющие лишь улыбаться, плакать. Сама природа прекрасная, первозданная. Такова картина. Что делаем мы? Так, мы вводим их. В наше время, минуя тысячелетия, сталкивая, так сказать, лицом к лицу с сегодняшним миром, со всем его, так сказать, социальным многообразием. Вот вам говорим Запад, вот говорим Восток. Мы говорим, свободный мир, вот не свободный. Ничего не объясняем, описываем простенько. Предлагаем, выбирайте. Барабанная дробь. Все человечество следит за тем, какой путь выберут эти девственные младенцы. Младенцы приглядываются, осматриваются, сравнивают, выбирают кого. Все. Не свободный мир. Не свободный. Нас. Вы меня поняли? Ну и сейчас. Ну как что? Ну если сама природа выбирает нас, значит всем же становится ясно, что только мы на верном пути, только мы моральные лидеры мира, мы же ставим точку под всеми идеологическими вопросами, мы же закрываем тему и вправляем, наконец, мозги человечеству раз и навсегда. Теперь-то вы меня поняли? И как вы хотите это сделать? Ничего не понял. Это очень просто. Мы посылаем к ним вас. Вы вручаете им красивые пригласительные билетики, знаете, такие золотые с обрезом. Мы сажаем их в наши вертолеты и сюда. Как это мы сажаем? Кто это мы сажаем? Как? Я и мои котики. Все уже давным-давно решено. Создана специальная группа чрезвычайного обаяния. Она перед вами. Приветливая, доверчивая, улыбчивая. Да, но он разрешил вернуться мне одному. Деталь. И вот теперь, представляете? Они прилетают к нам. Весь мир у телевизоров. Недочеловеки встречаются со своим прошлым, а мы сверхчеловеки, что совершенно естественно, со своим... Да, ты да. Будешь встречаться с прошлым! Ой! Нас осаждают интервьюеры, мы задаем вам вопросы, нам отвечают, мы сами отвечаем, все объясняем, разъясняем, описываем. А как это пописываем? За обыкновенное жалование? За даром? За так. Они у меня чудные за так. Вот им за так! За так в наше время только сыр в мышеловках. Нужно показать по одному по телевизору $100 000. Двух – 200. Трех – 300. А сколько их там в племени? Кто-то хочет снять о них фильм. $1 000 000. За пьесу 2 000 000. Мы на них... Столько заработали! Не надо! Сглазите, скрестили пальцы, присели и постучали по полу. А вы за так! Скажите, и что, я тоже смогу заработать? Ну, вам вообще-то сколько нужно? Я не знаю, мы с женой прикидывали, хотелось бы из Бруклина уехать, там опасно. Так. Каролину хотелось бы дочку в частную школу отдать. Так. Знаете, мечтали лавку приобрести, старинных вещей. Так. Граммофоны, патефоны разные. Да. Открытки 20-х годов, сейчас-то модно. Да, граммофоны, патефоны. Да если хорошо пойдет, у вас будет 20 таких лавок. Мало, 30!
Сколько захотите. Как будто свежий ветер, папа наш. Виллу себе купить. Все по нашим рядам. И чтоб никакой утечки секретной информации, чтоб никакой усилий. Нет, никуда. Ни за что. Главное, чтобы русские не... Не поняли. Не папа. Не поймали. Да не папа. Не папа. Ну что не папа? Ну что не папа? Не пронюхали. Между прочим, это тоже верно. А он не выдаст, не продаст, мы же ничего про него не знаем. Все есть. Могу доложить. Так, имею 2 привода в полицию. За что? Участие в антивоенных демонстрациях. Ну вот, революционер! Подожди, подождите! Но ведь еще кто-то до нас сказал. Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. Кто к старости не стал контрреволюционером, у того нет головы. Дальше что? Хиповал в 60-е годы, ходил с длинными волосами. Ну вот! Ну, я лично ничего против длинных волос не имею. Да не нравится он мне, не наш этот мерзавец. Но у нас с вами нет другого человека, который бы знал путь к племени. Ну что же вы там стоите, да? Стоите. В одиночестве, и он чудный. Ну идите к нам! Вы тоже зачислены в штат нашей специальной группы на должность сверхсекретного агента. Номер ему надо дать получше. Номеров свободных нет и не будет. Все забито. Ну хорошо, а вот этот, который вас отставляли, да нет, подождите. Да подождите вы, господи! Да подождите вы! 13-й. У нас по 13-му начальник техчасти. Ах да, у нас по 13-му начальник техчасти. Что же делать-то? Нет, без номера-то невозможно, просто никак невозможно. Скажите, что же делать? Агент 007. Нельзя? Вы посмотрите, он уже хочет стать агентом 007, Джеймсом Бонды. Ах, честолюбив. Кино. Нет, 007 не пойдет. У меня тут, милый, не кино. У меня вот театр. Так, коми-вояжор, коми-вояжор. Чем вы там торгуете у Квалкмана? Это умывальники. Так вот, ваш номер и будет. Агент! 2-0! Агент 2-0! За штатное расписание не вышли, номер есть! А, агент 00 звучит. Вы согласны? Ну что вы, 00-чик, молчите? Разве вы не испытываете счастья? Все-таки есть такая категория людей. Вытянул выигрышный билет, но не испытывает, что угодало. Нет, просто все как-то странно. Ах, растерялся, растерянность не качество для секретного агента. Будем избавляться. Я даже не знал, что есть такие люди. На значит, на сто влюблен на рамок. Сейчас попросит телефончик, все как молодо. Милый, милый, но не дам. Зовите меня просто так, мадам. Да, но есть же у вас какое-то свое собственное имя. А вот настойчив, милый, у меня было столько имен, что я уже забыла, какой из них мне дали при рождении мои родители. Ну что делать? Такова жизнь. Скажите, а, собственно, кто вы? Мы? Да. Как кто? Мы? Он Чума. Чрезвычайное управление музыкальных аттракционов. А, вы, значит, музыкант. Ага, причем с абсолютным слухом. Странно, а где же ваши инструменты? Ну, об инструментах мы поговорим несколько позже, но вообще, 00-чик, вы проницательны. И поскольку вы теперь свой, я вам могу открыться. Чума, конечно, это так, прикрытие, крыша. Вообще-то мы не чума, мы ОСПА, отдел стратегических пропагандистских акций. Вот мы кто.